Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах, и всем мертвецам жизнь подарив. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах, и всем нам жизнь даровав. Христос воскрес, друзья мои, братья и сестры. Всех приветствую, благословляю именем Господним. Сегодня мы торжествуем, прославляем Господа, воскресшего из мертвых Иисуса Христа. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым мы спасены, которым спасаемся. Слава Богу! Слава Иисусу Христу! И сегодня этим утром воскресным я проповедую в Москве и в разных собраниях. Здесь церковь Сион и церковь, неденоминационная церковь Иисуса Христа, разные собрания. Здесь в Москве действительно, слава Богу, много церквей довольно. И в разных собраниях, разных конфессиях, деноминациях различных сегодня прославляется имя Иисуса Христа. В молитвенных домах, костелах, храмах, в очень разных собраниях, домашних церквях, домашних собраниях прославляется имя Господне, слава Богу. И сегодня воскресший Господь, Он да совершит Своей силою в нас и через нас свое чудо, чудо воскресения, слава Богу. Друзья, благословляю всех вас во имя Господне, благословляю, и пусть проповедь Слова Божьего звучит, знаете ли, не просто в словах, убедительно в словах мудрости человеческой, но в явлении Духа и силы. Дух и сила, сила и Дух. Сила Духа еще говорят так вот, да? Пусть и Дух и сила Господня, которые могущественно в нас, верующих, действуют, пусть сегодня совершит великое чудо в наших судьбах и в судьбах миллионов и миллионов наших соотечественников. Слава Господу Иисусу Христу! Благословляю всех вас во имя Господне с молитвой о всех вас, с молитвой о Москве, о духовном пробуждении столицы России, о всей России, о духовном пробуждении ее. Во имя Иисуса Христа молюсь сегодня. Слава Богу! И благословляю священническим благословением. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Москвы, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя Киевской архиепископии. Мир всем вам, дамы и господа. Пасха Господня, 2018 год. Слава Богу, благословляю всех вас. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровав. Слава Иисусу! Аллилуйя!